Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму огурцы по самому простому рецепту. Ничего заливать, переливать и стерилизовать не нужно. Складываем все сразу в один таз и через 5 минут закручиваем. Быстро, просто и удобно. Огурчики при этом получаются хрустящими и очень вкусными. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сразу готовим маринад. Высыпаем в миску 100 граммов соли, 250 граммов сахара, 5 граммов семян горчицы, наливаем 2 литра воды, размешиваем, добавляем 3 лавровых листа и отправляем на огонь. Пока маринад будет закипать, подготавливаем огурцы. Обрезаем у них хвостики, а затем делим каждый огурчик на шайбочки толщиной 2-3 сантиметра. Хочу обратить ваше внимание, что огурцы надо предварительно замочить в холодной нехлорированной воде на 2-3 часа. Когда маринад закипит, добавляем в него 220 мл 9% столового уксуса и засыпаем 3 кг порезанных огурцов. А теперь внимательно следим. Как только огурчики поменяют цвет, сразу выключаем огонь. Обычно на это уходит примерно 5 минут. Дальше раскладываем огурцы по стерильным банкам. При этом хорошо их уплотняем. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Заливаем огурчики маринадом до самого края банок, даже чуть с горкой. Накрываем стерильными крышками, закручиваем и переворачиваем вверх дном. Если ничего нигде не подтекает, тепло укутываем их и даем полностью остыть. Вот и все. Вкусные маринованные огурцы на зиму готовы. Хранить их можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.